Вам алакаши. Вам алакаши. Ну чё, как там говорится, ребята? Алды тут? Всем привет, с вами я, PandaFX, и сегодня на моем YouTube-канале будет легендарное возвращение великой команды Алакаши FC. Если вы не знаете, о чем идет речь, то, видимо, вы не застали тот момент, когда мы в FIFA 16 рубились в профи-клубах. Мы там подстрахуем, если что. О, слушай. Да ну... Ебать, серьезно, охуеть! Вон нахуй, ебать! Охуеть! Чуваки, блядь! Свои наставления также дал нам президент нашего клуба Лаци Усанеску. Я возвращаюсь с Алакаши, потому что для меня я становится президент Алакаши. Что главное, что первым матчем Алакаши становится выиграть, чем Амкал. И под этим роликом, как никогда, важно набрать огромное количество лукасов, если вы хотите продолжение. Мне действительно надо знать, зайдет ли для вас этот контент. Естественно, не надо ставить слепо, вы досмотрите этот видос и обязательно, если вам понравился этот ролик, то поставьте лайк и оставьте какой-нибудь комментарий. Первые несколько комментариев я также лайкаю, поэтому проявите активность. Быстренько пробежимся по составу. ЛФА, Финита, ПФА, Костя Ставр, Форвард, Андрей Щелковский, то есть PandaFX, Цапник, Макс Гути, Севенплей, ЛЦП, Денис Бадаев, ПЦП, Кефир и новичок нашего клуба Андрей Сипскана. Все, ребята, официально первый матч. Стимуляция мышц. ФК Алакаши 2018-19 стартует. Тон-тон-тру-тру-тру. Демонстрируем. Так, предлагаю играть на команду. Ну, это справедливо, да. О, хорошо. Первый гол на разминочке. За себя и за Сашку. Так, все, ребята, поехали нахер. Мы готовы. Никита Фифа. Классный никнейм. Никита Фифа? Да, это родной брат Сани Фифа? Пытаюсь. Так. Защи 5. Меня срубили. Штрафной. Опа. Так, штрафные бьют те, кого срубили. И пенальти так. Ну, давай, давайте. Похуй, что из этого получится. Защитники обороняются, нападающие нападают. Фига себе. О, Денис отрабатывает. О, Денис. Только хотел похвалить. Вон один стою, блядь, быстрее. Давай. Бля, я опоздавал. Дайте сразу же верхом. Это что? Это что такое? Нет. Файнесы здесь не работают. Дальняя. Здорово! Паника! Бля, вы, по-моему, друг другу помешали. Ничего страшного, учимся. Вообще идеально все было, на самом деле, сейчас в плане просто. Новый сезон, никто не говорит, что будет легко. Сипска на защите, как в Амкале. Ай-ай-ай! Дальше. Дальше, отлично! Офсайд был! Ай, блядь! Мой первый удар, поворот! Офсайд, блядь. Блядь, собака. Классно. Отлично. Вешай. Подаю. Ну, суть! Гол! Сергей Никифоров. Первый гол за ФК Алакаши. Сергей, мы его ждали, ребят. Полетел, о, пошел нахер. Так, я догоню. Что, брат? Эй, за что мне желтая карточка, слышишь? Удаляй его. Давай, Денис, хуярь. О, ну хуярь, что такое, блядь? Ой-ой. Нет. Денис, нет, блядь! Да ну ладно, ну серьезно! Прожимайте, наверное, слушай, или пускай СИП, наверное, прожимай, когда такие... 1-1, ребята! Вот так вот. Нихуя бот пасы раздает. Приемы лучше знать и делать так. Тихо! Ой. Жесткий Денис, жесткий Денис. Натя. Что-то у тебя с лицом проблемы, братан. Дай-ка ко мне красиво. На Дэна Шмальца похож. Здорово! Толкай! Блять! Я вообще не ожидал. Серёг, да стой ты в одно, ёпты! Чего? Ты чё мне пизданул, блять? Я тебя меж, блять! Заткни ебало, блять! В одно касание игра, ёбаный рот! В одно касание, ебать! Не выбил весь матч, ёбаный рот! Так, тихо, мальчики! Ничейка это не так уж и плохо. Опа, у меня что-то увеличилось. Опека, подкат, перехват. Я как будто защитником играю. Ну, в общем, я дриблинг прокачал. Я все изначально прокачал на удары и на скорость. Ну чё, ребята, одно очко-то сохранили? Ну, можно еще трех чуваков набрать, на самом деле. ЛЗ, ПЦЗ, ПЗ. Там, не знаю. В общем, ребята, пишите в комментариях, кого вы хотите увидеть в нашем великом клубе. Постараемся выиграть. Второй матч. Поехали. Ой, блядь. Это кто такой? О! Отличный удар, братан! Не, они хороши, я вам так скажу. Слушай, нас ебут пока. Для 10-го дивизиона очень даже неплохо. А что делать? По-моему, в беде. Тут еще, парни, эмоции же можно делать на стрелочке, знаете? Я тоже танцую, блядь, что за хуйня? Дальше! Суй, некий! Блядь! Вот это удар! Головой играть. Денис, это был гениальный пас.
Да чему так сильно? Я еле-еле нажал мягенько. Пробуй бить. Да блять! Долго. Он чё так долго бьет, блять? 3 дня назад нажал. Выносите нахуй, сипсканер. Воу-воу-воу, тихо. Андрюх, да-да-да-да. Андрюх, открывайся под него. Супер. Здорово. Пробуй, пробуй. За меня. Супер, Гути, гол! Отлично! Хорошечно. Костян, вообще гениально, брат. По-умному. На опыте. Что с ним не так? Он завис, блядь. Он дергает. Вратарь сломал. Вратарь поломанный, блядь. Так, Денис, как всегда, жесткий. Роль Дмитрия Тарасова на себя беру. Окей. Все, наказываем, пацаны, вчетвером. Давай, давай. Вешай, вешай. 4-2, как в хоккее. Давай. Скидывай. Бля, чуваки, каждый раз, когда я переслушиваю эту запись, мне становится крипово. Как это залетело? Как это залетело, блядь? Неплохо, неплохо. Эй, пенальти! Давай, здорово! Победа, ребята! 3-0, вообще не чувствуем. На, нахуй. Нихуя себе. Задумал. Все, ребята, поздравляю вас. Бутылка шампанского. О, мне ачивку дали новичок. И мне. И мне. Всем. Бля, не знаю, чуваки, видели у меня сегодня скрин в группе или нет. У меня сегодня в матче было 5 кикофов, блядь. 5 подряд просто, знаешь. И ты ничего не сломал? Ну, меня бомбило знат. Но я выиграл в этом матче. Научи, Андрей, пожалуйста. А то я просто 12 игровых минут, 6 голов. Звонит. Хороший рингтон. Да. Дешевный такой. Охуенный. Знать бы чуть за печенек. Кружить побольше можно. Блять, что это за хуйня? Я наоборот. Нет, давай бить! Фу, есть. Кость, центр. Ой, хороший. Супер. Давай. Дальше. Хорош, Сергей. Подскользнулся такой. Ой. Андрей, гений. Блять, хуярь! Блять, левый, извините. Хорошник. Ну давай. Ну вешаю, хуля. Кто? Блять, никто не добил. Ух, хорошая. Капуано! Я понимаю, Буфон подъехал. Еще передача, Серега, один что? Гений! Гениально! Спокойствие! Файнес это наше все. О май гад! Хороший пас. Сергей, хорошо. Прочитано. Ух, как летит! Хорошечно! Первый голешник. Надо потанцевать! Сергей наконец-таки. Танцуем, ребята! Танцуют все! Кто меня там уронил, блядь? Сейчас выебу тебя, блядь. Не, пасик прям охуенный был. На, нахуй. Пацаны, спортивные штаны. Ну, Никита, говорю очевидные вещи. Оу! Штангу попали. Штанга, нормально живем. Хорош, Дэнчик. Дэн прям из последних сил. Нас больше. Блядь, что за обработка, блядь? О, понятно. Ну это пиздец. Это тупо бот, короче. Батяра комбат, да, привез. Батяра комбат. Батяра комбат. Изи. А кто забил? Сибыч забил. Красиво. Трёх. Ух, как! Вот. Перекидывай и... Бля... Что? Пенальти? Кстати, это я такой передачу? А, штрафной. Дайте Дэн. Что за линия, бля? Это что? Это что было, Денис? Предупредил. Хуярь! Бля... Хуярь, Дэн! Ты все сохранил! У тебя нога 3 метра, Дэн. О, господи, о май гад. Смотрите, как могу. Оп. Чисть себя. Я там уронил, говорю. Чё, блядь? Так, ребята, давайте не обосрёмся. Не неситесь так вперёд. Опять офсайд. Сергей. Вы новый человек офсайд, Сергей. Так, что ты ко мне притираешься, а? Ебать, он его убьёт сейчас. Вот это злёга. Он говорил, что дружит с ним больше всех. Ебать, я бахаю, Серёга, пиздец. Ну ты чё, блядь, творишь? Ну не выспался человек, ну с кем не бывает. Прострел! Хуярь! Надо, чтоб все проснулись. Дай чуть-чуть, дай. Делай. Спасибо, Серёжка, спасибо. Всё, 4-2, ребята. Всё, победа, ребята. Классно.
Ну и, в общем-то, ребята, вот такая первая серия у нас получилась. Вторую серию вы можете найти на канале Финита. Ссылочка, естественно, на всех эфиров будет в описании. И, опять же, очень важно, чтобы вы поддержали этот проект лайкусиками и своей активностью, если вам действительно это нравится. Если не зайдет, ну, увы и ах. Если зайдет, то я буду только рад. С вами был я, PandaFX. Спасибо, что смотрите меня. Всем хорошего настроения и увидимся завтра, наверное. Пока.